Белорусский президент, выступая 3 июля на параде в честь официального Дня независимости, заявил о том, что на путь милитаризации вступили страны Европы и США. «У наших границ совершенствует свой ядерный потенциал. Наш ответ – современная белорусская армия». Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена. На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военное приготовление. Соединенные Штаты Америки развертывают здесь, у наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал. Наш ответ – современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена. Важно отметить, что весомый вклад в повышение боеготовности Беларуси вносит отечественный оборонно-промышленный комплекс. В стране успешно развивается собственное ракетостроение. Можно назвать более сотни образцов белорусских изделий военного назначения, представляющих собой принципиально новую инновационную продукцию. Боевой арсенал, которым мы обладаем, сегодня будет показан во время парадного марша. Каждый сможет убедиться, у нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору. Политика Беларуси носит открытый характер. Нам нечего скрывать. Вместе с братской Россией мы защищаем границы создаваемого нами союзного государства. Нашей стратегической целью является дальнейшее развитие отношений с государствами-членами Организации договора о коллективной безопасности. Это наши надежные партнеры и верные друзья. Мы связаны общей историей и вместе сегодня защищаем мир от новых угроз.